Контрольно-счетная палата в этом году увеличила количество проверок. В сравнении с 2021 рост 175%. Ухту, Сосногорск и Усинск сегодня проверяют по содержанию безнадзорных животных. Также проверку проходят Куневский и Тентюковский интернаты. На очереди резервный фонд. К слову, в прошлом году Коми-тепловая компания была замечена в нецелевом использовании средств. 28 миллионов она вернула в бюджет Коми. Видим обратную связь от министерства, от учреждений, которые проверяем, вопрос контроля. Потому что, в принципе, практически, можно сказать, в каждой проверке мы обозначаем, что достаточно серьезно ослаблен контроль в том или ином направлении. То есть работает учреждение, кажется, все нормально исполняет, но мы смотрим, что контроль все-таки ослаблен. И вот обратная связь достаточно позитивно отражается. Помимо недостаточного контроля, из негативных факторов контрольно-счетная палата отмечает низкое качество проектно-сметной документации, организационно-управленческие ошибки и своевременное перечисление бюджетных средств. Подробнее о результатах работы контрольно-счетной палаты Коми за 2022 год смотрите в программе «Детали недели» в эту пятницу в 20:00.